Добро пожаловать на японско-русский фестиваль «Аниматрикс 2018». Представители разных спортивных команд и возрастов встретятся в молодежной эстафете. А пока наши спортсмены готовятся, мы с вами, зрителями, отправимся в самое напряженное место, которым, по мнению многих участников, является вовсе не главная площадка. Я не знаю, что делать. Тебя снова рядом нет, и поэтому я очень волнуюсь. А еще этот мелкий задира снова здесь. Я знаю, что ему всего 15, но ты в глаза ему смотрел. Подожди, кто-то зашел. Я перезвоню. Че ты там бегал про меня? Глаз давно не получал, Кацудор! Ты ничего мне не сделаешь. И вообще, может быть, ты и ведешь себя не на свой возраст. Но мы-то знаем, кто на льду настоящий мужчина. Думаешь, тебя это спасет? Божечки, как больно-то! Твой бог далеко и не спасет тебя! Только попадись мне на глаза, размажу! Да-да, конечно, я уже иду. Этот ребенок монстр. Меня и похоже обзывали. Иван-чан, то я зашел в туалет надолго. В смысле на полчаса? Я скоро вернусь. Соскучиться не успеешь. Да? Я еще Курокачи и заодно в туалет быстренько заглянул. Ничего не на час. Я ненадолго. Просто признай, что тебе без меня одиноко. Я перезвоню. Что-то не нравится? Рингтон твой не нравится. Нелепость какая-то. Нелепость на твоем лице написано. Ты вообще причесываться умеешь? Слышь, модница, на себя-то погляди. С таким видом разве можно кому-то понравиться? Так, давайте хотя бы в этот раз без проблем. Я правда пришел сюда по нужде. Это не мой. Ты не мой. О, это мой. Алло. Он вам перезвонит. Ты, креветка, думаешь, такой крутой? Посмотри на себя. Ты откуда такой неуклюжий вышел? Вот кто вообще по утрам не причесывается? А морда обветренная, как будто только что в пустыне родился. Даже бальзамом не пользуется. Ты недостоин нашего внимания. А у тебя неплохая тушь. Знаешь, мне тоже понравился твой парфюм. Подскажешь, фирма?
Я тебе сейчас все расскажу. Это точно мужской туалет. Это все наваждение, неправда. Да, я в туалете. Со мной все хорошо. Ничего не будет, я же сказал. Могу воду включить, и ты сам убедишься. Доволен? Да, я себя контролирую. Я все еще одет. Давай, скоро буду. Фух, я смог. Он что, смылся? Ребята, а почему вы все еще здесь? Разве вы не должны готовиться к фестивалю? Ваши друзья вас заждались. Люди считают меня слишком низким, и поэтому не воспринимают всерьез. Люди считают меня слишком жирным, и поэтому не воспринимают всерьез. Люди считают, что я прыгаю в любую жидкость, и поэтому... Черт, он все-таки тут! Ребята, это все ерунда. Я сам через это прошел. Будьте выше чужих предрассудков и не гонитесь за славой. Способность изменить себя – вот сила людей. Кто будет сражаться, если герой сбежит? Поэтому давайте сейчас я врублю вам реальную тему, и вы пойдете с новыми силами и хорошенько выложитесь. Да-да-да, он прав. Всем скоро вернемся к самому фестивалю. Погодите! Где же Курокачи?